Наше время в Казахстане назовут эпохой Назарбаева. Об этом на форуме «Модель» Нурсултана Назарбаева «25 лет мира и созидания» заявила Гульшара Абдыкаликова. Госсекретарь отметила, что масштаб личности главы государства особенно ярко и зримо раскрывается в проводимой политике мира и согласия. Конкурентоспособное государство может состояться только при наличии согласия, единства и стабильности в обществе. А эффективность развития современных государств определяется наличием сильных, ответственных и креативных национальных лидеров. Для Казахстана такой фигурой, безусловно, стал Нурсултан Абишевич Назарбаев. Сегодня многие эксперты убеждены, что наше время в Казахстане назовут эпохой Назарбаева.